Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Кожного разу, коли ми менше рухаємось, то наше здоров'я страждає. Погіршується настрій і збільшується вага. Тож сьогодні ми розкажемо вам, як уникнути майбутніх проблем та можливих неприємностей. І допоможе нам у цьому тренерка з йоги Анна Кузнєцова. Тож про йогу і про все, що можна зробити за допомогою декількох вправ, а їх може бути основою декілька, так, а потім додаються ще більше і більше, все залежить від вас і від вашого бажання займатися фізичними вправами. Тож раді вас бачити. Аню, йога – це вже сенс вашого життя. Правильно я розумію? Так, Юля, якщо можна, буду на русском говорити. Дуже приємно. Юль, ну да, я так получилось, йогой занимаюсь с 9 лет, потому что мама у меня была тренером, и поэтому я не представляю своей жизни без этой практики. Она, по сути, очень многое, я думаю, что благодаря нее я стала тем, кем я стала, вот, и в детстве была очень болезненным таким ребенком, мама меня таскала по врачам постоянно, пока мы не начали практиковать. Правда, ну, наверное, вот так осознанно я уже пришла к практике в 19, когда я очень сильно заболела, и врачи не могли ничего, ну, не справлялись, в общем. Все, что мне оставалось, это практиковать дома просто безвылазно. Мне нельзя было выходить на улицу, потому что иммунитет был на нуле. Вот, и я месяц просто бесконечно практиковала, после чего начала замечать очень интересные эффекты, которые связаны были не только с тем, что я себя чувствовать стала совершенно по-другому, а также и с тем, что ну, вот появилось понимание, что человек – это значительно более широкое явление, чем то, что мы привыкли обычно воспринимать, и то, как мы себя обычно проявляем в этом мире. То есть мы можем намного больше. И это так интересно мне стало, что, в принципе, с тех пор я вот как бы в том направлении, в направлении изучения вообще явления, такого явления, как человек, развиваюсь. Ничего себе. Тобто виходить, що така була складна ситуація, з якою важко було боротись, і безсильною виявилась медицина, а йога впоралась. Виходить, ви знайшли оті точки супротиву, які можна було зрушити з місця, так? Тобто ви звернули увагу на щось особливе, чи це просто були заняття? От як ви ставились до свого організму в той час? Угу. Чи пам'ятаєте? Ну, так як мама була тренером, вона мені посчитала таку, це так у нас називається, спеціальну как бы, програму написала, яка изначально своей целью имела, как сказать, помочь мне выйти из этого состояния болезненного, в котором я была. То есть я там подцепила вирус, который съел весь мой иммунитет, он называется вирус Эпштейна-Барра, и сверху на этот вирус наслоилось еще несколько не очень приятных болячек, типа воспаления легких, лимфоденит и так далее. И вот когда оно все вместе, стало, конечно же, очень тяжело, потому что антибиотиков лошадиными дозами кололи и не помогало ничего. И вот, ну, короче, я начала заниматься по программе, которую мама посчитала. Врачи не могли просто поверить, что такое возможно. Они у меня спрашивали, что вы делаете. То есть у меня иммунитет начал очень-очень быстро расти в крови. Какой механизм? Честно, я не врач и не разбиралась вот прям в деталях, но с тех пор у меня появилось такое понимание, что я не хочу вообще быть зависима от каких-то внешних обстоятельств в плане, вот я хочу понимать себя, свое тело, и поняла, что здоровье зависит только от меня, и что это моя ответственность, и что никто не знает мое тело лучше, чем я сама. Угу. Але вот. Ж ви довірились мамі, виходить, так, все одно, да. Незважаючи ні на що, ви повністю слідували за тими настановами, які прописала мама. Да, ну там на самом деле ничего такого. Для меня это была достаточно привычная практика, так как я с 9 лет это практиковала. И просто даже не столько вопрос в том, что ты делаешь, а в то больше как бы важно, как ты это делаешь и насколько твое внимание в этом процессе присутствует. Угу. И вот вместе с тем, как я практиковала, начали появляться какие-то интересные, не знаю, понимания.
того, что мы пользуемся очень ограниченным количеством своих способностей. Даже способностей там, органов чувств наших. Угу. Ну так, звичайно. Говорять, що це майбутнє, і людина ще колись зможе досягти усього і настільки себе відчути, аби було більше в неї різних талантів, так, щоб себе можна було розвивати, показати з усіх боків, так, ну і, звичайно, відчувати один одного. І, можливо, так і буде колись, але ж поки що на цей момент, на той час, який зараз є, то такі здібності вважаються феноменальними, якщо десь вони в людини з'являються, так? І, звичайно, що лікарі теж говорять, що 15% лише вони можуть допомогти, 85% – все залежить від людини. І від того, як вона буде ставитись до себе, сприймати все, що їй дають, і користуватися тим усім, з чим можна працювати, так? Тобто це 85%. А 15% вони тільки можуть допомогти. Ну, так кажуть. Насправді, мабуть, так і є, так, бо ви відчули це на собі і вже змогли зробити висновки. Чи допомагаєте ви іншим людям, які приходять теж з проблемами, у яких, можливо, теж недолік якийсь є, чи нестача імунітету, чи, можливо, вони просто хворіють. А часто діти хворіють, є такі от періоди в житті людини, поки вона ще не стала дорослою, то якраз у той час він і наповнений і хворобами, переживаннями різними, тобто різного роду становленням, як то кажуть, аж поки людина не стане вже на ноги. Да, конечно, йога помогает справиться с большим количеством проблем, но если раньше, когда я начинала, я была такая, знаете, мне казалось, что все, я могу помочь всем, и мне так этого хотелось, то сейчас как-то уже много лет прошло, и у меня другие интересы появились. То есть я понимаю, что мне важно работать с людьми, которые приходят в йогу не просто как в гимнастику, которые воспринимают йогу не просто как гимнастику, которые видят за этой гимнастикой внешней что-то еще более глубже. То состояние, так? Даже не то, что философия, а больше состояние. То есть йога – это про определенное состояние человека, которое происходит в результате занятия, которое, в принципе, является результатом гармонизации как физической, так и психоэмоциональной. Вот. И, по сути, это состояние, за которым все гонятся и нигде не могут в это состояние там, счастья. Я не знаю, как его правильно назвать. Так оно назвать. У вас есть. Как оно есть? Это такая штука, которая настраивается. Потом ты снова идешь в жизнь, в социум, взаимодействуешь с людьми, и настройка уходит. Потом ты снова занимаешься, настраиваешь и так далее. Там процесс у каждого по-своему происходит, но да, он происходит через тело. И очень часто люди приходят именно в йогу за, такие самые два распространенных запроса. Я там занимался раньше каким-то спортом, у меня произошли какие-то травмы, теперь я не могу активно заниматься спортом. Говорят, что йога мне поможет. Это первый запрос. Да, действительно, йога, кстати, не вся, далеко не вся, все зависит очень от методики, от подхода, от мастера, который это проводит через себя. Вот. И часто йога может навредить, наоборот, очень сильно. Но если все окей, и мастер понимает, что он делает, то да, действительно, с точки зрения здоровой биомеханики, анатомии человеческого тела, йога является очень такой вот правильной нагрузкой, которая помогает телу развиваться, совершенствоваться в пределах здоровой нормы. Потому что если брать любые там виды спорта, которые особенно идут на какие-то результаты, то там, знаете, одно развивается, другое очень жестко калечится. И там основная задача – это достичь каких-то там… Звичайно, показники треба, щоб були, щоб були результати, так, результати, перемоги і так далі. Звичайно, спорт травмує людину з одного боку, так, а з іншого може зробити його чемпіоном. Звісно, так. Поэтому часто люди, которые занимались спортом, они привыкли, в принципе, к физической нагрузке, им это
это важно в жизни, и они там травмировались, не могут больше заниматься спортом, они приходят в йогу, и, ну, на самом деле, из таких людей часто вырастают такие правильные йоги, которые потом начинают понимать за этой физической нагрузкой что-то более интересное кроется, угу. Ну, не только физика. А вот вы сказали, може нашкодити йога, це в яких випадках? Ну, если взять, в принципе, саму гимнастику йогов, она очень нефизиологична. То есть мы по жизни не привыкли в таких... Это непривычные положения тела. Там идут предельные сгибания в суставах разных. Там идут какие-то даже не совсем корректные движения в суставах, когда мы там сгибаем колено плюс поворачиваем немножко. Это, ну, нельзя такого делать вообще, по-честному. Но если, снова же, правильный подход, и весь процесс идет гармонично, постепенно, поступенчато, когда человек сначала изучает вообще свое тело, понимает, что является здоровым паттерном движения и так далее. Ну и чьи в него такие возможности? Можливо, да, людина верно. И не может себе дозволить от таких навантажей. Конечно, совершенно верно. То есть очень важно в йоге вообще вот видеть свой предел и работать на пределе, ни ниже, ни выше. Это вот, как сказать, рецепт того, что она будет работать как надо. Справді, йога – це дуже така гармонійна, можна сказати, практика, так? Тому що ми вже зрозуміли, що це і не гімнастика, так? І не, ну, можливо, спосіб життя для багатьох людей. Так? Це вже така, можна назвати її практикою, життєва. То справді, якщо людина почне думати ось так, як потрібно, вона спочатку врівноважує свої думки, потім врівноважує своє тіло і приходить до якогось результату. Так виходить? Ну, как-то так, да. То есть сейчас это происходит таким образом, что человек приходит. Первое, что начинается, мы обучаемся азам понимания того, там, из чего состоит наше тело. Там, голова, грудная клетка, таз. Как все эти основные части тела движутся, в каких плоскостях происходит движение. Потом человек начинает видеть, что где его движения ограничены. То есть у нас же у всех там осанка, которая отходит от какого-то идеального варианта. И вот с этой осанкой как раз мы начинаем работать вначале. Мы учим человека видеть вот эти отклонения от нормы, от нейтрали и стремиться к нейтрализации вот этой, вот этих отклонений. Конечно же, человек полностью ровным быть никогда не может и не станет никогда, потому что это природа человека. То есть мы не можем быть вот в абсолютном балансе. Вот мы все время к нему стремимся, но он недостижим. Только лишь уже вот в той деревянной коробке. Да. И вот с этого все начинается. То есть и вначале вот эти вот сама по себе практика, мы там учимся дышать, учимся правильно двигаться, учимся замечать, как в жизни, в принципе, наши не совсем корректные движения, к чему приводят они. Ну, прям замечаем, это же все очень-очень-очень в организме взаимосвязано. Почему я не очень люблю врачей и медицину, потому что там нету вот этого холистического целостного подхода к телу и к психике, когда человека делят на части и пытаются какую-то одну часть лечить. Это невозможно. Оно все взаимосвязано. И когда человек просто своим вниманием начинает замечать в себе вот эти все процессы, он уже очень сильно исцеляется. И мы как бы сам по себе уже так, зрозумевши себе, совершенно верно, да, уже выправить себя. Такие тренировки, на которых нету какой-то отдельной философской части, где я бы там что-то рассказывала. Я могу иногда, ну, между самой практикой физической там просто что-то сказать, что вот прям идет в этот момент. Но, в принципе, как бы смысл тот, что человек до всего, чего ему нужно, доходит самостоятельно. Потому что вот это через тело происходит такая гармонизация, уравновешивание. И приходят какие-то инсайты, человек начинает себя более целостно и объемно осознавать.
Угу. Вот, и это дает вот это... А от ви бачили такі зрушення, якісь, можливо, переломи в житті тих людей, які приходять до вас займатися? Можливо, там серед ваших родичів є ті люди, які раніше не знали, що це таке, прийшли і помітили зовсім новий результат. Взагалі кажуть, що йоги живуть дуже довго. Вони гнучкі і здорові, і взагалі можуть зробити те, що звичайній людині без будь-яких практик неможливо. Да, вы знаете, наверное, можно так сказать, но нельзя вот честно всех грести под одну гребенку, и бывает очень наоборот. Часто, ну вот там приводят примеры, я не помню, какие-то известные актеры, которые там были за здоровый образ жизни, за правильное питание, йогой занимались, и вот умерли от рака, например, какого-нибудь. Тут очень важно, что бывает, когда у человека, вот знаете, как какая-то идея, установка, и он, не видя реальности, следует слепо этой идеи, и это никогда не приводит к какому-то хорошему результату. Если же взять в общем, конечно же, понятное дело, что люди, которые находятся в движении, которые внимание свое жизненное уделяют телу своему, пониманию себя, конечно же, они будут здоровее, конечно же, их телесный аппарат, хотела сказать, ну, будет не такое... как сказать, не так будет изнашиваться, как у простого человека, который об этом не задумывается. Хотя, с другой стороны, генетику тоже никто не отменял, и у каждого человека своя степень прочности. Вот кто-то такой весь родился здоровый, а кто-то такой болезненный. И ничего ты тут не поделаешь. Хотя, ну, йога, конечно же, болезненному человеку поможет стать более... ну, более здоровим. Анечка, ну, наостанок хочеться почути від вас рекомендації з приводу взагалі ставлення до себе. І от зараз літо, так, спекотно, люди поменше виходять на вулицю. Якщо вже виходять, то це ввечері. Як ви займаєтесь? Чи виходите ви на вулицю? Чи, можливо, ви вдома на килимочку? Чи як ви взагалі робите вправи? І залежить стан здоров'я і від погодних умов, наприклад, від чогось ще такого? Чи це все постійно, стабільно, і ви точно знаєте, що кожного дня ви йдете до нових звершень і до нових цілей? Вот, наверное, в начале я была такая, как вы сказали в конце, да, то есть, несмотря ни на что, я, закусив, в общем, короче, шла вперед, да. Но сейчас у меня поменялось отношение к жизни немножко, и я понимаю, что, да, все условия окружающие, они влияют на нас, и нам нужно их учитывать обязательно. Соответственно, ну, да, мне всегда, как бы вот у меня там было две беременности, я практиковала полностью от и до самого последнего дня, и мне это помогло себя хорошо чувствовать в процессе. Да, когда жара, ну, в самый солнцепёк выходить на улицу практиковать, это неправильно, я согласна, это глупость, зачем? Вот, но тем не менее у нас вот в студии занятия продолжаются все время, и всегда много людей в любое время дня, у каждого свои... как бы сказать, каждый организм имеет свои особенности. Кому-то хорошо в жару заниматься, вот людям прям нравится. Угу. Кому-то там легче, когда чуть попозже уже жара спадает и вечером. Вот я люблю лично вечерние и утренние тренировки больше всего. Зрозуміло. Ну, я думаю, що то та ваша відповідь, вона якраз налаштована на те, що прислухатись треба до себе, до свого тіла, до своїх почуттів, можливо, до настрою, до всього решта. Але ж таким чином, прислухаючись до себе, не дуже вже треба себе жаліти, бо тоді нічого не зробимо. Да. Трошки хоча б прислухаємося, але йдемо вперед і робимо так, аби нам потім врешті-решт і стало краще, поправляємо своє здоров'я. Дуже добре, що ви розповіли сьогодні про свою історію, як з вами сталося, і що йога справді стала такою вирішальною в вашому житті. То хочеться побажати вам здоров'я, щоб все було добре, всі ті мрії, задуми, з якими ви приходите і з якими прийшли зараз вже на сьогоднішній день, щоб вони здійснювалися і щоб все вдавалося. Дуже дякую. А ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.